Я всех приветствую на своем канале. Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, а также оставляйте мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня я сделаю расклад по просьбе моей подписчицы. Кирилл Стримоусов. Кирилл Стримоусов разбился в ДТП 9 ноября. Он погиб в один день, когда было объявлено о выводе войск из Херсона. Кирилл Стримоусов – это второй человек по значимости, чиновник Херсонской областной администрации. И сейчас я посмотрю, в каких он энергиях. Есть версия, что он вообще остался жив. Для начала я посмотрю, в каких энергиях Кирилл Стримоусов. В каких он энергиях сейчас? Я его не вижу живым. Нет. Я живым его не вижу. Была версия, что это, может быть, была инсценировка. Или, возможно, ему подстроили ДТП. Ну вот смотрите, инсценировки я не вижу. Я вижу, что его действительно нету среди живых. Сейчас я спрошу, это было случайное ДТП в этот день? Либо это было убийство. Кирилл Стримоусов погиб в ДТП, и это была случайность? Либо же это было подстроенное ДТП? Энергия какая? Рыцарь кубков. Здесь могло быть превышение скорости в управлении. А вы знаете, кому-то очень даже нужно было, чтобы он ушел. Вот именно вот так. Это могло быть. Могло быть все подстроено, да. Я вижу, что это ДТП подстроили специально. Там был какой-то договорняк. И все это связано с политикой, с геополитикой. Это все связано. И опять-таки, с его уходом кто-то что-то очень получил. Какие-то большие, огромные бонусы. Я имею это именно в виду политические бонусы с его уходом. Нет, это не была случайная авария. Это не была случайная авария. Человека на самом деле нет. И все было подстроено. Это сделали профессионалы, которые уже не раз убирали людей, ненужных, опять-таки, власти. Я вижу это так. Это все было подстроено. А с его уходом вот кто-то что-то получает, как будто огромные-огромные бонусы.
И он, вы знаете, он еще был как оратор. Он своего рода вот человек, который опередил свое время. Невыгодно было, чтобы он оставался живой, потому что он владел определенной информацией. Понимаете? И здесь еще связано не только с земельными ресурсами, здесь еще связано и с деньгами. У кого-то идут очень большие дальновидные планы, понимаете? И этот человек, он был не нужен на данный момент у власти, понимаете? Это не совпадение. Нет. Все это было подстроено. Я вижу это так. Если к данному раскладу у вас есть какая-то информация, напишите, пожалуйста. Берегите себя, берегите своих детей. Всего вам доброго.